уважаемая президия, уважаемые коллеги. Доклад «Эффективность консервативной оперативной реабилитации больниц с постноксоемическим синдромом». По данным Института Герцена, в 2015 году в России зарегистрировано более 66 тысяч больных раком молочной железы. При этом в настоящее время в России живет около миллиона женщин, которые перенесли радикальное лечение по поводу рака молочной железы и онкологически считаются здоровыми. При этом функциональные расстройства, которые развиваются после лечения рака молочной железы, не дают им осуществить полноценного самообслуживания. Постмастектомический синдром включает в себя косметический дефект после операции, вторичную лимфедему, нейропатию, плексопатию, подвижность плечевого сустава на стороне операции и нарушение венозного оттока. Что же такое лимфедема? Это прогрессирующее заболевание, характеризующееся отеком одной или нескольких конечностей за счет скопления высокобелковой жидкости, преимущественно под кожей жировой клетчатки. Рост частоты возникновения лимфатического отека верхней конечности, начиная с 80-х годов прошлого века, можно объяснить увеличением числа больных, проживших 5 и более лет после радикального лечения. Общепатогенетические аспекты таковы, что удаление лимфатических узлов, пересечение лимфатических путей, травма сосудистого нервного пучка нарушает лимфодинамику верхней конечности на нескольких уровнях, что приводит к потере нормальной резорбционной способности лимфатических капилляров. Патогенез выглядит следующим образом. Поражение сократительной функции лимфангионов, которое приводит, в свою очередь, к грубым нарушениям моторики и реактивности, что ведет к утрате насосной и емкостной функции лимфангионов. Представления специалистов о преимущественном при лимфедеме преобладании жидкости в интерстициальном пространстве несколько изменились. Большая часть избыточной ткани представлена не только лимфатической жидкостью, но и жировой тканью. Также больные с постмастектомической лимфедемой могут получить следующее заболевание. Это синдром Стюарта Трэвиса, который два этих ученых в 1948 году описали 6 случаев лимфоангиосарком. И по данным различных авторов, встречается в 45% до 1% случаев. Что нам предлагает международный консенсус по диагностике и лечению лимфедемы? Методы консервативной терапии – это уход за кожей, возвышенное положение конечности, компрессионный трикотаж с грудулинным распределением давления, лимфодренажный массаж, пневматическая компрессия, многослойное бандажирование, психотерапия, лечебно-физическая культура. Из хирургических методик – это хирургическая редукция, различные виды лимфодренирующих операций, липосакция и использование лекарственной терапии, бензопирены и диуретики у пациентов старшей возрастной группы. К другим видам лечения относятся дыхательная гимнастика, тейпирование, о котором мы уже сегодня говорили, гиперболическая оксигенация и лазерная терапия. Трудности в анализе результатов лечения – это различия в методах измерения отечной конечности, классификации лимфедемы, протоколах исследования, методиках лечения, общей оценки результатов лечения, отсутствие сообщения о статистической достоверности, а также временных точках представления результатов. По литературным данным, наилучшие результаты показаны при использовании нескольких методов. В частности, лучший результат показан при применении мануального лимфодренажного массажа и использовании эластических изделий. Также по литературным данным, при различных методах хирургического лечения получены следующие результаты. Собственное исследование – 300 женщин, возраст 30-69 лет, 15 дней стационарного лечения. По стадии рака молочной железы у большинства женщин была третья стадия. По методам лечения 10% получили хирургическое лечение, остальные 90% – комбинированное комплексное лечение. Лимфедема развилась в основном в первый и второй год после проведения радикального лечения. Пользовались мы классификацией Татьяны Ивановны Грушиной, которая предполагает под собой использование четырехстепенной классификации от транзиторного отека до деформации конечности с ограничением подвижности и трофическими нарушениями. По степени лимфедемы больные распределяли следующим образом. Как уже не получали консервативное лечение? Это пневматическая компрессия, переменное синусоидальное магнитное поле, электростимуляция, лимфодренажный массаж, лечебная гимнастика и компрессионное бандажирование. На слайде представлены результаты полученные. И видно, что наилучший результат получен у больных с первой и второй степени лимфедемы.
итоги таковы, что эффективность консервативного лечения позднего лимфедема 3-4 степени достаточно высока. Реабилитация больных с постсистемической лимфедемой требует мультидисциплинарного подхода с использованием новых технологий и хирургических методов лечения. Мы использовали в сочетании с консервативной терапией липосакцию из представленной основной методики. Клинический пример больной с лимфедемой 3-й степени. Значит, до операции, первые сутки после операции и через 2 года после проведения оперативного лечения. Изменение объема верхней конечности, наилучший результат, опять же, при 2-й, 3-й степени и при 4-й степени порядка 70% достигают. По данным УЗИ, уменьшение толщины подкожевой клетчатки наиболее выражено в дистальных отделах конечности. При оценке удаленных результатов 78% имели хороший удаленный результат, 22% удовлетворительный. При оценке осложнений липосакции у 10% были осложнения 1-й степени. И при оценке качества жизни больные, которые получили с хорошими удаленными результатами, их качество жизни не сильно отличалось от популяционной нормы. С удовлетворительными результатами отличия более выражены. И, соответственно, с удовлетворительными результатами лечения сильно отличается от качества жизни, сильно страдает. Таким образом, на сегодняшний день патогенетически обоснованными, с объективно доказанными наибольшей эффективностью и обладающим необходимым механизмом действия и малотравматичным является комплексный подход с использованием локальных низкочастотных электромагнитотерапии, пневматической компрессии, массажа, лечебной гимнастики, компрессионного бандажирования, системной фармакотерапии и подкожной хирургической коррекции лимфедемы.